Это кадры задержания поджигателя в декабре 2022 года. Молодой человек, родом из ордатовского поселка Тургенева, вместе с парой товарищей решил устроить диверсию на железной дороге между Елгой и Саранском. Причиной стало вовсе не веление души. Действовала команда исключительно из меркантильных соображений. Подсудимый через один из мессенджеров заключил конфиденциальное сотрудничество со спецслужбами Украины и за денежное вознаграждение согласился совершать террористические акты на российских предприятиях. При поджоге тяговой подстанции на железнодорожном перегоне между станциями Елга-Саранск Куйбышевской железной дороги фигуранты, два его сообщника из числа жителей Республики Мордовия, были задержаны. У них изъяты канистры с бензином, горелки и другие предметы. Вовремя остановили тройку инициативных поджигателей сотрудники управления ФСБ России по Республике Мордовия во взаимодействии с чекистами и оперативниками из Чувашии. Теперь 20-летнему молодому человеку грозит суровое наказание сразу по двум статьям Уголовного кодекса России. Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору, и государственная измена. Материалы дела уже направили в суд. Товарищи по преступлению тем временем уже выслушали вердикт Фемиды. Суд признал их виновными в умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества путем поджога и в зависимости от роли и степени участия в совершении преступления каждого лишил свободы на срок 2 года и 1 год 7 месяцев соответственно. Отбывают наказание молодые люди в колонии поселения. Светлана Лашина, наши новости.